Выборы депутатов Чебоксарского городского собрания пройдут 13 сентября в единый день голосования. Это стало известно сегодня в ходе 49-го заседания ЧГСД. С учетом эпидемиологической обстановки оно прошло с участием ограниченного количества людей. Решение о дате приняли единогласно. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный нерабочий день, а также на день, следующий за нерабочим праздничным днем. Проектом решения предлагается назначить выборы на 13 сентября 2020 года. Данный проект решения был рассмотрен на заседании всех постоянных комиссий. Прошу поддержать. Нынешний корпус состоит из 43 депутатов. Срок их полномочий составляет 5 лет. Эксперты считают, что количество депутатов вряд ли изменится, как собственно и сама структура собрания. Впрочем, этот вопрос еще будет обсуждаться. Мы надеемся, что новая коронавирусная эпидемия, инфекция не повлияет на ход выборов, поскольку мы уже объявляем эти выборы и пройдет в таком же обычном режиме, как до этого. Я думаю, что будут разные способы голосования, в том числе и онлайн. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.